Черкесск расцветает. Городские службы продолжают украшать парки, скверы, главные улицы республиканской столицы. На Первомайской аллее в центре города сегодня высаживали цветы. Предпочтение команда озеленителей отдает уже зарекомендовавшим себя растениям – петунии, бегонии, калеусы. Садят их в соответствии с художественным эскизом. И уже буквально на днях одна из самых любимых прогулочных зон Черкесска запестрит яркими красками. Правда, ряд несознательных горожан, как оказалось, имеет привычку портить клумбы, выкапывая цветы для личных нужд. Поэтому специалисты настоятельно призывают не портить цветники и внешний вид города. Очень приятно идешь, глаз радуется. Просто слов даже нет. Вот представляете, такое умиление, все, красота. Деревья, цветы, ну, поздновато почему-то. Но, в общем, хорошо. Вот если бы улицы в таком состоянии многие были. Очень приятно здесь ходить, находиться. Мы когда приезжаем, прям очень красиво. Нам все нравится. А откуда вы приезжаете? С Ставрополя. Вот с детками тоже надо с ними быть аккуратными, потому что они любят там побегать по цветочкам, но очень мне нравится все. Все такое зелененькое, летом вообще благодать. Это красивое место. Люди приезжают извне, они восторгаются. Особенно вечером, когда, хотя лампочки тоже сняли. Ну, в общем, это хорошее место.